после компании Bauer. Это, наверное, все-таки я считаю, что это лидеры на рынке компрессоров для дайвинга. Потому что, ну, они, конечно, далеко не самые дешевые, но это объективно самый качественный и самый лучший компрессор. И недаром, в общем-то, их лозунгом является Pure Air Safe Diving. Чистый воздух, безопасный дайвинг. Вот, компания это имеет в России дистрибьютора, компанию Tetis, поэтому если кому-то надо, вот можете даже, в общем-то, все это и купить, приобрести и так далее. Все, мы пойдем. Тоже любопытный стенд, собственно говоря. Интересны не продукты, которые на нем представлены, а вообще сама подача. Это, видимо, какой-то магазин в дискаунтах «Акватика Пещерия», который продает различные снаряжения для дайвинга на вес. 99 евро за килограмм. Ножи 59,99 за килограмм. Дальше. Октопусы Марис Фау 37 109,99 за килограмм. Ну и так далее, так далее, так далее. Я не знаю, тут октопусы это основные какие-то регуляторы. Такие, не здесь от брендов. Технические катушки. Какой вес смотрим. Шланги высокого давления. Фьюды, что ли? А, это не шланги, это тоже октопусы 229. Посейдоновские старые. Ну вот, так вот выглядит все. Такой вот развал шалман. Оставайтесь с нами. Это HDC, Italic Historical, дайв в США и в Италии. Историческое общество дайверов, дайвинга, погружений итальянских. Они участвуют уже не в первой выставке его дешевого. Можно посмотреть прекрасный совершенно стенд, который заполнен большим количеством таких раритетных всяких кунштюков. Фотобоксы первые, самые потомственные камеры. Если ценят, ты снимешь, я тебе покажу прекрасный совершенно буксировщик под водой. Вот такая вот история. Тут видишь, вот он с фонариком, со всеми делами. Судя по тому, что он имеет форму баллона, очевидно, у него пневматический какой-то, наверное, привод. Я полагаю, здесь. Такие вот люди, такие патриоты учились нырять. Это сейчас автофокус ты можешь подкрутить, а тогда менялись объективы. Вот она у тебя внутри ставится камера, которая заводится на пружинку, как старый будильник. И ты снимаешь. Вот с такими вот устройствами люди снимали. Так раньше выглядела GoPro. Производит по сути вот такой ботинок, который подразумевает установку эффективных
лопастей преимущественно, это охотничий класс, который действительно позволит дайверу толкать себя на мощном течении. И продолжу еще что, то что зачастую бывают условия, когда, например, профессионалы от дайвинга, например, дайв-гиды на Мальдивах в сезон течений, они одевают охотничьи ласты для того, чтобы иметь возможность быстро ускориться и догнать клиентов, каких-то подсобрать и так далее. Но на Мальдивах, ладно, там теплая вода, ты можешь ласты одеть на носок. А если у тебя холодная вода, и ты работаешь на течении, одевать дайверские ласты бессмысленно, потому что они гребут примерно как носовые платки, да простите меня, дайверские бренды. Охотничью ласту эффективную ты на носок не оденешь. Оденешь эту фитную ботинку. Окей. Ну, вот так нам все выглядит. Можно, соответственно, устанавливать любые какие-то другие лопасти. Thank you. Мы снова на стенде Historical Diving Society of Kelly, и мы, конечно, не смогли удержаться.